Так, друзья, всем привет! Кто будет смотреть эту запись? Сегодня очередная, пятая по счету, игровая сессия The Grand Match. Да, это турнир, дистанция 50 ханчанов между нашими лучшими онлайн-игроками. Ну, на данный момент, одними из лучших. Я, Андрей Максимов, он же Анчан, Эзаки, Сергей Алешин, он же Сосори. 0120 Виктор Гришин, он же Шиммер, и Юмэцуки Сергей Мизин. Сыграли уже 20 игр, результаты можете видеть на экране. Сегодня сыграем еще 5 игр, и это будет половина матча. Я, как обычно, говорить буду немного по настроению, по возможности. Где-то, может быть, в перерывах. Да, хочется сконцентрироваться на игре. Вот. Сейчас дождемся, как игроки подойдут. Минуток 5-10. Будет пауза. Я раскидаю ссылочки. И после этого поедем. Обязательно напишите, хорошо ли меня слышно. Есть ли проблемы. Да, там с музыкой погромче, потише. Вот. Ну и будем играть. Постараюсь показать хорошую игру сегодня. Так, проверяю все еще раз. Смотрю в ОБС-ку. Раз, два, три, четыре, пять. Вроде все работает. Да, пока что я на четвертом месте, минус 37. На третьем месте Шиммер, минус 28. Второй Эзаки, 31. Первый Мизин, 34. У нас Ума 30-10. 30-10. Да? За разницу между первым и вторым местом чисто по Уме 20 очков. То есть отрывы, по сути, небольшие. Первое-четвертое место, это плюс 30 и минус 30, соответственно, 60 очков. То есть, если, допустим, я займу первое место в какой-то игре, а Сергей Мизин четвертое, то мы поменяемся местами. Как-то так пока что ситуация обстоит. Ну, то, что мы в такой позиции после 20 игр, говорит о том, что все плюс-минус умеют играть все-таки. Умеют играть. Хотя я бы свою удачу оценил как не очень хорошую. Пока что в этом противостоянии.
Так, даже на 5 минут раньше расписания, поехали. Раз, два, три.
Вейт плохой. Очень плохой. Странно, тут у меня вейт очень хороший был. Немножко не везет пока.
4 пин. Еще раз 4 пин. Три девять.
Ну, без шансов. Ладно, первую проиграли. Да, без шансовочка. Ну, играем до конца. Ничего не поделать, если ЦУМО не заходит. Сейчас обновлю табличку. Обновлю табличку, поедем дальше. Да, смотрю, в чате оценили мой блеф на Хоницу. Интересная была сдача. Почему сносим 2-3 маны 5 со? Там я не успевал, нужно было в Таняо открываться. Так, ну что там обновляется? Так, свойства. Следующая игра будет 22-я. Минус 76,7. 76,7. Заки 7,8,3. Заки 7,8,3. Гришин минус 43,4. Мизин. Ой, я на перепутал. Мизин 78,3. Мизин 78,3. Айзаки 41,8. Я занял четвертое место. Плюсик. Го, следующую. Несколько речей не сработало. Но собирал хорошо. Собирал хорошо. В принципе, особо не было моментов спорных.
конницу пошел. Тут буду брать все. В эту руку трудно собрать. Thank you.
Кто их в таком порядке раскладывает? Чина скинул. Что это такое? Чина скинул. Пацаны справа. Дорогая рука. Не самый лучший темпай, но зато с дорой. Зато стоимость есть. Сумо еще и мини-поинты.
Чуть дороже стало. Осталось тьму поднять. Вот все через одно место. Ничего не поделать.
Ну, очень не везет. Очень не везет. Даже не... Если убрать все моменты с Ричи, принимаю какое-то решение, ситуация меняется так, что вот только я принял, оно сработало, а уже ничего не сделать. То есть двойное невезение какое-то. Была сдача, Саншику 3-4-5, держал до конца, потом смотрю уже, шанс на другую руку появился. Как только передумал, зашло Саншику. Ладно. Такое тоже бывает. Ждем шанса.
хороший вынь. Ну, блин, ничего не поделать, ничего не собрать. Все понимаю, все знаю, все читаю, но тайл не заходит. Так, 1800. С этим тайлом не собраться. И с этим. Они оба не пройдут.
Что с этой четверкой можно сделать? Три 800. По идее, он должен помочь мне, хотя он может на первое место попытаться. Видите. Отлично. Третье место в таком окончании – это большая победа. Отлично. Так, чуть-чуть отойду. Такс, смотрим табличку. Еще не обновили. О, обновили. Так, минус 100-700. Минус 107. Следующая игра будет 23-я. Эзаки минус 6-200. Гришин минус 26,8. 26,8. Мизин 133,700. 3,7. Так, я занял третье место. Окей. Пара минуток просят. Так, сейчас посмотрю в чатике, что вы пишете. Как же нагибает Сергей Мизин. Ну, хорошие руки заходят. Это не первый байман, кстати, за эту, за этот ивент. П
Привет ты, привет ты. В общем, пока, пока. Пока не вези. Не знаю, где можно было сыграть по-другому. Трудно, трудно представить. Но третье место здесь, это очень много значит. Это очень много значит. Зашла готовая рука в Оросу. Но не совсем готовая, на самом деле. Там было пару раз выбор форм был. Был выбор форм. Так, третья игра. Третья игра, нужно подсобраться. Хотя я вроде максимально собран. Нужно, чтобы заходило. Такое ощущение, что я ни одной руки не собрал. Ну ладно. Было пару рук. Два косаря я собрал, и вот здесь 3900. Так, рука стала вменяемой. Готов немножко пушнуть.
Что рука не стоит атаки. Дуаман тоже опасный тайл на самом деле. Так, а что мне безопасного есть? Ничего не нашел, кроме тройки СО. Против Отодзуки, скорее всего, вопрос, есть ли там доры. Вот эта единичка ман.
Дур нету. Ну как нету? Они есть, скорее всего, но немного. Чуть хочу подержать пятерку со, чтобы прям сильно не палить выйд. Тут уже без вариантов. Выйд будет прозрачный, скорее всего. Косу я тут до конца держать буду, хоть она и опасная. Здесь восьмерка появляется, да? Восьмерку мы хотим. Восьмерку мы хотим. Блин, восьмерку забрали. Ой, что за рофлы? Только захотел восьмерку, ее забрали. Три пары. Пять рынчанов на столе.
Семерка, это он на пятерку подвинул, да? Нет, пятерка проходит. И 800 проходит. Никак не пролезть. Никак не пролезть. Слева хорошая рука. Но я могу уже накинуть. Чё, могу накинуть куда угодно.
Так, у нас, если что, есть зануление. Думаю, в минус уходить нельзя. Трудные игры сегодня. Сложно играть, когда не везет. Ну, понятно, что надо свой шанс искать, но главное не тильтануть до этого шанса. Может быть, это мой шанс. Нет, это не он.
Че это за два ман? Опасно так. Две доры есть, три доры. Вейт нормальный. Можно было Доматен взять, но мне кажется, что в такой ситуации, когда я на последнем месте, речнуть, наверное, выгоднее. О, Цмо. Вот он шанс. Двасон.
Ух ты, вот это не ожидал. Два ман надо было кинуть. Слишком стрёмный тайл. Он пройдет, скорее всего, но если летит какой-то сянпон, это будет дорогой наброс. Что я могу скинуть? Я заметил задержку на девятке маны, и вейт был полная залупа, я ни одной доры не видел. Конечно, это по дефолту ричи, но в данной ситуации вейт был супер хуёвый. Жаль, то именно не начал фолдить девятками. Но он атаковал. Он атаковал.
5-8 ман сюда очень опасно. Так, 10 900.
8000. 8000. Так, по месту, Тоймана преимущество. По идее, справа-слева будут домотынить косарь. Окей. Пиздец, терпения хватило, конечно, но могло и не хватить. Так, следующая игра будет 24-я. Так, у меня минус 55,5. Эзаки минус 25,7. Гришин минус 12,600. Так, Мизин 93,8. И это было первое место. Что, четвертая каточка, пока в небольшом минусе. Минус 37, я, по-моему, начинал, сейчас минус 55.
Ну, стараюсь, стараюсь как могу. Так, поехали. О! Две норы, ты красиво. Ну это просто мертвая форма. Это просто мертвая форма. Можно руку выкидывать.
Немножко опасно играю. Но кажется, что вайт неплохой. Если слева не. Ну, слева можешь ждать 1-4. Напротив и справа, наверное, нет.
5700 до первого. Ладно, пойдет. Думаю, правильно выбрал Куцуки Тайл, да. Зашла, конечно, идеальная пятерка, если бы я оставил 6-9 пин. Но внизу сильно лучше было. Внизу сильно лучше было. Потерял семерку пин, да? Ну, ладно. Очко, судя по всему, слева зажал. Мне 1-4 выйдет, и мне одного достаточно. Так, 2000 разница. 2000.
хуйню сделал. Ну ладно. Против может быть темпай на 6-9. Ух ты, пон семерок. 7. Ух ты, той-той. Бля. И с тремя дорами. Так, 12-400. В принципе, мне неплохо ему помочь, но я не успел. Ну, это 18. Двенадцать 400. Слева хуйницу. Слева хуйницу.
так такого захода бы не было. Ебать, здорово. Так, 13 400. Не успел подумать, как накинуть шимочи. Не успел. Не успел подумать. Не успел. Окей. Теперь стало труднее немножко. Стало немножко труднее. Плохо сыграл сдачу.
Ну, не то, что плохо, в конце не ухватило времени. В бамбуках что-то нужно кинуть, наверное. Если завезет, то я ему могу уже попасть некоторыми тайлами. О! Фуритен техники. Окей. Хилимся, живем.
Так, табличка. Минус 1800 у меня. Так, свойства. Следующий матч будет 25. Минус 1.8. Изаки. Минус 6.8. 8. Гришин. Минус 34.500. И Мизин. А Мизина еще не обновили. Мизин 43.1. Это было первое место. Блин, сил уже вообще не остается. 8, 6, 8, минус 3, 4, 43, 1. Все, давай легкую каточку. Легчайшую. Легчайшую. У меня уже внимания никакого не осталось. Так, поехали. Ластевская. Thank you.
Блять, ёбаный рот. Ладно, играем. Ну чё за хуйня? Ну обидно так ошибаться. Ну пиздец, рука соскользнула. Чё теперь делать? Ну пиздец. Ну конечно уже 11 вечера, блять. Так, ладно, все, не тильтуем. Не тильтуем. Не тильтуем. Thank you.
5900. Против Хуницу мог пойти. Север нельзя кидать. Сори.
восьмерку ждет, что ли? Или все-таки 1-4 пил? Не успеваю уже. Тут можно было что-то придумать поинтереснее. Восток, Одинцо. Хорошо, что зафолдил. Хорошо. Приятно.
хонится, там хонится. Ну чё, 6-9 или не 6-9? Думаю, что 6-9, в принципе. Плюс 7, плюс 14, минус 13.
Смысл Радорой дает мне место. Лечится мой Кухай не дает. Против него могу рискнуть. Вот так вот. Обидная ошибка, конечно, произошла. Возможно, это бы поменяло. Но ничего не поделать. Время 11:30. Я встаю в 8. В это время трудно держать форму. Особенно на 5-й игре. Но результат не самый плохой. В принципе, сессию отыграл нормально. Давайте дождемся очков. Так, очки. Я минус 16.1. Следующая игра будет 26. Я минус 16.1. Изаки. Изаки 35.4. Гришин минус 82.5. Мизин 63.2. И это было третье место. Ну, я, кстати, за сессию примерно 20 очков поднял. Так, окей. Давайте немножко почитаю, что там в чатике. Так, ну, да, немножко оплавило меня в конце. Дальше продолжим играть, продолжим стараться. Спасибо за внимание. Еще увидимся.